что такое Крещенский сочельник и когда и где лучше набирать святую воду. События евангельской истории, которые в этот день празднуются, именуются по-разному. И Крещение Господне, и Богоявление, и Днем Светов, по той причине, что в этот день, через 30 лет после своего рождения, Господь выходит на общественное служение и является перед народом Израиля, принимая крещение от Иоанна, так же, как это делали и все люди доброй воли, исповедуя грехи свои. Но в отличие от них Господь не нуждался в покаянии и уклонялся предтече крестить его, исповедуя его Мессией и прося сам от него крещения. Богоявлением именуется этот день, поскольку и Сын является Израилю уже в полноте своего служения проповеднического, достигнув 30-летнего возраста, в Израиле мужчина имел право на учительское служение. И к явлению Сына прибавляется и свидетельство Духа, ибо получил пророчество Иоанн, предтеча о том, что увидит он знаменем Мессии, пришедшего ради спасения миру, голубя, сходящего на него. И это голубь есть образ Святого Духа, третьего лица Пресвятой Троицы. А глаз Отца Небесного — это тоже образ, не то будто можно было слышать голос самого Отца, а некий звук, который символизировал божественное присутствие и посылание в мир Сына Своего, Единородного, Небесным Отцом. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Этот голос услышали пребывавшие при Иордане. Этот голос свидетельствовал о воле Отца, которую исполнял Сын, и принять которую содействовал для человечества Дух Святой. Днем Светов именуется этот праздник, это событие, поскольку и Отец, и Сын, и Святой Дух, являясь лицами единой и неразделимой Пресвятой Троицы, божественными и самобытными ипостасями божественными, все, каждый из трех является совершенным светом и просвещает человечество. Различие названий не предполагают разделение внутри праздника. На определенном этапе бытия Русской Церкви поступило обращение к восточным патриархам с вопросом о законности совершения водосвятия, великого освящения воды не однажды, прежде литургии, накануне праздничного дня, но и в самый день праздника в связи с большой народной любовью к этому водосвятию и почерпанию вод освященных. И было получено одобрение и ответ с Востока православного о том, что нет никаких препятствий совершать дважды великое водосвятие. Потому и утвердилось в практике Русской Церкви первое водосвятие совершать накануне праздничного дня после богослужения, которое сопровождается чтением царских часов и Великой Вечерней сослужением литургии Василия Великого, которая и прежде отпуста бывает продолжаема исхождением на источники вод с пением особых стихир и последование водосвятия с чтением трех паремий, апостольского, евангельского зачал и особые молитвы, призывающие великую Божью благодать на воды которые могут быть разнообразными, как взятыми в отдельную чашу, кандию так называемую, либо это сами родники, источники, озера, реки, моря и океаны, над которыми священники, читая эти молитвы, и призывают благодать освящения на воды сии, с тем, чтобы впоследствии эти воды приемля, испевая от них, кропя ими и самих себя, и окружающие наши дома и земли, мы таким образом призывали на них и освящающую, благословляющую Божью благодать. А различие между тем водосвятием, которое совершается накануне крещения, и тем, которое по совершении божественной литургии в самый день праздника, различий никакого нет. Ни в чинопоследовании, ни в качестве вод, ни в действии благодати. Поэтому народные версии о том, что воды богоявленские, крещенские различны между собой, имеют разные действия, и смешивать их нужно только в определенных пропорциях, чтобы не взорвалось что-либо в внутреннем человеке, совершающем эти странные мистические действия. Конечно, предания пустые, и преданиями, точнее сказать, не являются. Это досужие домыслы, если уж и не имеющие какого-то откровенно еретического или бредового содержания, то во всяком случае не имеют никакого и основания за собою, но относятся именно к практике русской и воодушевляют нас и к святой воде, освященной накануне крещенского всеночного бдения и божественной литургии, и после них относиться равно благоговейно, приемля эту воду ради сообщения себе, особой Божьей благодати себе, и ради окропления окружающего нас пространства. Набирать эту воду принято в храме Божьем, где совершается освящение. А там, бывает, часто запасаются священники большими емкостями, из которых удобно почерпать воду. Можно ли взять немного воды в храме, потом осветить ею запасенную воду у себя в доме? Ну, это нельзя запретить, но, с другой стороны, для того и раздается вода, чтобы, будучи полученной в храме, и особо быть хранимой, как агиасма, как великая святыня, не для того, чтобы только испытывать ее неподверженность порче в течение многих месяцев и даже лет, а для того, чтобы ее с молитвой и благовением принимать, для того, чтобы ею окроплять свой дом, свое жилище и использовать таким образом благовейно по ее предназначению. Она, святая вода, это как раз может быть после первого водосвятия почерпаемо и из источников вод, но не будем забывать все-таки, что для нас это должно быть дело, сопряженное с нашей молитвой. Поэтому хоть и можно считать в связи с этим великим водосвятием, совершающимся везде, где есть православная церковь, можно почитать освященными все источники вод и почерпать из них, но это выглядит, конечно же, несколько странно, почему, уклоняясь от церковной молитвы, ты хочешь только черпануть большой ложкой или кружкой Божью благодать, не прилагая своей молитвенной песни к песне церковной, не составляя и в молитвенном хоре единство с церковью, которая и спрашивает Божье благословение. Так что все-таки не совсем правильно отделяться от церковного собрания и там где-то уже в падении освященного ручья в Великое море почерпнуть для себя благодати Божьей, почившей на водном естестве, а важно молиться вместе с церковью за этими великими и однажды в год совершаемыми чинами великого водосвятия.